Ребят, здорово. Значит, смотрите, я приглашаю вас на тренинг «Практика» с 7 по 10 ноября. Для того, чтобы сразу технический момент, для того, чтобы на него записаться, необходимо оставить заявку здесь под этим видео. С тобой свяжется кто-то из моих коллег, проведут с тобой микрособеседование, ты задашь нам любые вопросы, мы зададим тебе те вопросы, которые нам нужны, нас интересуют. И welcome, с 7 по 10 ноября ты получишь тот результат, который ты хочешь с женщинами. Подробнее, как это проходит. Значит, мы встречаемся в четверг вечером с 18 часов. До 22, до 10 вечера мы уже практикуем. Теоретический материал тебе приходит заранее на электронную почту. Это 6 часов видео, которые ты смотришь. Там мы на теорию времени не тратим. Уже в первый вечер у тебя будет первый результат, у тебя будут первые номера телефонов красивых женщин, то есть и какие-то контакты, знакомства, то есть и ощущение праздника, и волшебства. Вот, чуть ли не Новый год. Дальше, значит, пятница, суббота и воскресенье с утра до вечера мы в 10 встречаемся. У нас двухчасовой разбор абсолютно каждого участника тренинга. Помимо общих базовых заданий и рекомендаций мы поднимаем, выслушиваем, даем рекомендации частного плана, то есть каждому индивидуально и отдельно. Это очень крутой формат. Дальше мы идем на практику. Несколько часов практики до 6 вечера. В 6 вечера мы опять встречаемся в зале и опять 2 часа плотного разбора. Потом ты идешь делать домашку. То есть для тебя это будет 4 дня, фактически 3,5. Очень плотной работы по направлению к счастью в личной жизни, к поиску своей самой лучшей женщины. Ни один человек не останется без результата, потому что ты оказываешься в среде, скажем, таком обществе, где невозможно не получить результат, потому что помимо меня будет еще 2 моих лучших тренера, несколько человек, команда поддержки, и самое главное, что тебе нужно сделать, просто туда прийти. Все остальное мы вместе с тобой рука об руку сделаем, и ты получишь свой результат. Значит, смотри, ну, я думаю, мы подсчитывали, что не меньше 80, даже, наверное, с плюсом, знакомств, каких-то подходов, общений и так далее с красивыми женщинами у тебя будет всего лишь за эти 3,5 дня. Ты представляешь себе цифру? То есть кто-то из мужчин за всю жизнь столько раз не подходит знакомиться на улице. Это будет не только улица, это торговый центр, это метро, это какие-то дорогие там кафе и заведения. То есть это самые разные форматы женщин и девушек. И, соответственно, конечно же, это центр Москвы, который изобилует красивыми, ухоженными, классными девушками, которые только и ждут, когда ты к ним подойдешь, а ты все еще сидишь и думаешь, надо тебе это или нет. Коротко, хочу, чтобы ты сам себе задал определенные вопросы, которые, возможно, прояснят, надо тебе это или нет. Первый вопрос, скажи сам себе. Какая у тебя сейчас ситуация, то есть, ну, знакомишься ли ты, чувствуешь ли ты себя одиноким, можешь ли ты легко пойти познакомиться с красивой девушкой, там, есть ли тебе с кем заниматься сексом, с кем просто сходить, не знаю, в парке погулять. Какая ситуация сейчас? Отвечай. Второй вопрос, куда бы ты хотел прийти, что ты хочешь получить в конце, какой результат ты хочешь, вот если сейчас, говоришь, все, я решил с этим покончить. Ответь себе на этот вопрос. Как должно выглядеть то, к чему ты хочешь прийти? Третий момент, значит, важный. Что тебе мешает самостоятельно это сделать? Почему ты до сих пор самостоятельно это не сделал? Подумай. Еще лучше подумай. Ты думаешь, я надеюсь? Точно думаешь? Вот. Подумай еще хорошенько, потому что, по большому счету, эта фигня только в твоей голове. Следующий вопрос, значит... Насколько для тебя важно сейчас решить эту проблему? А то, может быть, ну его нафиг, может, давай-ка быстренько закрывай этот сайт, закрывай это видео и давай это продолжим жить с той жизнью, которой жили. Потому что мы будем проводить с тобой собеседование, и наша задача понять, хочешь ли ты меняться, потому что мы своими руками будем тебя тащить из прошлой жизни в новую жизнь. И поверь, мне неохота отрывать тебя от деревьев, от столбов, которые ты будешь обнимать и говорить, я не пойду, мне страшно и так далее. Мы, конечно, практически боги, практически всемогущие, но практически. И все равно не на 100% мы можем сделать все за тебя. Соответственно, насколько ты готов к изменениям, к работе над собой? Следующий вопрос задай себе. Что случится, если сейчас ничего не поменять? Что будет с твоей жизнью, если все оставить как есть? Вот это самый болезненный вопрос. Здесь надо подумать. И
Если ты понимаешь, в конце концов, что так тебя больше не устраивает, что с твоей жизнью ничего хорошего не будет, то с 7 по 10 ноября я жду тебя в Москве. Для этого тебе нужно успеть забронировать себе место, потому что их всего 20. Ты нажимаешь здесь, вводишь свои данные, тебе перезванивают мои коллеги, и мы с тобой увидимся на тренинге «Практика» и будем менять твою жизнь вместе с тобой. А что, подожди, что сегодня вообще будет из упражнений? С того, что вы должны подходить, и внутренне у вас должен быть такой посыл, почему, что в ней такого, чтобы мне понравиться. Вам это можно прямо озвучивать. Ходить критиковать, может быть? То есть ты с ней общаешься? Тебя там... Блин, слушай, ты вроде интересная, симпатичная, но вот почему я должен с тобой на свидание идти, я пока еще не понял. То есть вот рассуждаешь это вслух. Давайте вам, короче, вот вам троим точно задание раскритиковать девушку. Да. То есть вы для этого выбираете как можно более пафосную, классную, там, красивую. И тогда не надо каких-нибудь там пуховичков, короче, обижать. Они и так там, может быть, какие-то задроченные. Берете самую какую-нибудь утку с таким вот ебалом, прям подходите. Не надо ей говорить, что у нее там отвратительный нос, там кривое ебло. То есть тут то, что можно исправить. Например, там, слушай, ты прикольная, но такой, блядь, у тебя комбинезон. Это пиздец просто. Как ты еще могла такой одеть? Вот прям примерно как-то так. Охуеть. Блин, честно это... говоря, ты классная девушка, но сумочка у тебя... Я думал, что это член бобра, блядь, прости. Ну как ты вообще такое могла себе купить? Там сапоги пиздец отвратительные. Но в целом ты неплохо выглядишь. Ну, то есть сглаживая, то есть чтобы... Даже, наверное, не для того, чтобы сгладить, а чтобы затянуть это удовольствие. То есть тут... Чтобы она не сразу съебалась и такая... Как член бобра? Ну ты в целом неплохо выглядишь. Да, сука. Тут нужно именно Так-то ты мразь, но я бы тебя выебал все равно, да? Да, типа, слушай, мне не нравится вот там... Как ты оделась сегодня? Ну что такое, блядь? Вот это вообще не сочетается с этим, например, блядь. Я, конечно, понимаю, там мода, ну, блядь, ну это пиздец, что за кроссовки на тебе? Как-то вот так это должно быть, прям такими словами это должно быть. Как будто она тебе уже там родная сестра или, не знаю, секретарша, которая пришла там, а у тебя сегодня важная встреча, а она пришла хуй пойми как одета. И ты говоришь, Леночка, ну ёб твою мать, ну это что такое вообще, блядь? Вы вообще в чем, блядь, сегодня? Ну то есть... Как-то вот так. И ты вот улыбаешься аналитика, тебе это пипец как тебе, надо да. сделать. Причем вот прям с максимально, вот как только ты можешь себе это представить и придумать, и себя изобразить, с максимальным каким-то цинизмом таким, знаешь, из серии. Вот этим вот каким-то вот таким вот шланговостью вот этой. Как Джека Воробей. Но у него уже в это пуговица расстегивается, завтра придется. Ну хуй знает, я ему вчера так же говорил, подходите, он как бы не знает, то ли не слышит, то ли не хочет делать. Надо по 3 раза. 4 раза. Ты сделаешь это задание? Персонально это сделать в самом начале. Вот сейчас вспомните об этом. Да, вот когда мы пойдем в поля, перед тем, как делать все, что всем, то есть вам надо это сделать обязательно. Да ничего не будет, Андрюх. Максимально она скажет, пошел ты нахуй. Ну и опять же, ищите себе экологичные для себя ситуации. Если рядом стоят там пацаны на гелике с бородой, блядь, и она такая тоже похожа на их родственницу, блядь, то не надо как бы подходить и это говорить. Позаботься о себе как бы в этот момент. Ну да, да, да. Но это и не значит, что ты выбираешь слабого противника. Там видишь, какая-то там мышь вылезла из Бентли свою там по Арбату и пошла, короче. Ты подходишь, говоришь, привет. Особенно это приятно делать, когда ты говоришь, привет, ты же начинаешь ее открывать как обычно, да? А она там типа начинает, знаешь, там, ты в смысле, блядь, ты чё, ты так оделась, такой, еще и ходишь, привет, типа. Слушай, у тебя отличная куртка, но вот эти каблуки вообще к ней не идут. Ну у тебя, конечно, пуговки-то не платят. Ну смотри, ты ничего не придумывай, ты вот уже там по ходу... Опять эти пуговки, блядь, задача, началось нахуй. Да, пуговки это твое, Андрюх. Это охренеть как прикольно, когда вам удастся это сделать при хорошей реакции. Вообще, даже когда вы знакомитесь. То есть, что будет... Она очень круто вами заинтересуется, то есть не нужно много чего делать иногда, чтобы она заинтересовалась. Потому что представь, чувак себе вот взял, разрешил, блядь, не пустить ее в вагон, потом он скажет, а, блядь, ты меня не пустил в поезд, да? Но ей этого и хочется. Если вы просто будете говорить, слушай, иди сюда, она не будет так делать, потому что вот этот локоток, это как раз важная часть, что вы с нее складываете ответственность. Если, не ждите, что вы говорите, иди сюда, она такая, Вчера уже взять ответственность на себя, да, когда, блин, ты меня потащил, я не знаю, что да, мужики, вчера уже были такие моменты, и ваши слова, остановись, для нее, ну, это не самые решающие. Вам надо немножко ей помочь, вот буквально немножко, понимать уже, что она готова остановиться, но немножко им надо помочь.
Так, возможно, она будет говорить, да вы что, да, типа, ну, нельзя, а мне надо, я спешу. Если да. Нужно. Не, не про поезд. Вообще, вот она шла, я ее там остановил, да, нужно, и хочу там. Нужно, только не сразу. Вы прошлись несколько метров, вы вот так, то есть, если она идет куда-то, вы на расстоянии что-то начинаете с ней болтать, потом она разбалтывается, вы сближаетесь, прошлись метров пять, слушай, а мне вот сейчас в другую сторону, я тебя буквально на секундочку прям. И сразу тихонечко начинать оставить везде, в любом случае. Так. Если она идет навстречу, не надо опять же, блядь, выпрыгивать сюда. Вы идете своей дорогой, и она своей. Вы заранее останавливаетесь, тем более, чем быстрее она идет, тем более заранее вы останавливаетесь. То есть ты заранее останавливаешься, такой, типа, здорово, чтобы ты еще успел туда что-то закинуть. Она, например, там, а, спасибо. Ты видишь хорошую реакцию, такой, развернулся, догнал ее спокойно, а не так, чтобы... Догнал ее, говоришь, погоди секунду, просто пару слов тебе скажу, все-все-все. И все, я останавливаюсь. Да. Значит, останавливать, не пускать, то есть только при, ну, действительно хорошей реакции, там, улыбка и так далее, потому что... Ну, скажем, при нейтральной и хорошей, потому что, еще раз, я вчера, то есть, я не был, хорошая, это не вот такая, то есть, вот, знаешь, типа, блядь, сейчас... Это не значит, что все остальные реакции не хорошие. Мужики, давайте попробуем. Нехорошая, это полный игнор, знаешь, сейчас, такой вот, блядь. Или, блядь, типа, это уже сейчас нормально. Придет мой муж, пошел нахуй, да. Сейчас он тебя воткнет здесь. За баллончиком полезло, это уже как бы, ну, не самое. Все остальное это в целом хорошее. Давайте попробуем по поводу остановок, уже решим в полях. Когда мы увидим, что у вас получается, сами вам подскажем. Сейчас смысл. Горлум — это монолог, ты его... Ты с ней общаешься, ну, ты можешь там 2-3 раза вставить, сейчас, погоди, там, буквально, чтобы она не закипела, не убежала, потому что, еще раз говорю, иногда будет такое, что тёлка с тобой нормально начинает общаться, и ты, блядь, такой весь растаял, думаешь, сука, вот, как бы, неудобно ей хамить, и тогда можно сказать, ладно, слушай, пару минут еще, то есть, но ты не сваливаешься с ней ни в коем случае в диалог, то есть, даже если хуй с ним, она уйдет, но главное, что ты отстоял там и, ну, вот, в плане монолога, то есть, ты не сломался, вот это и есть позиция сверху, или еще как-то там объяснить нужно. Да, гнешь свою линию, но желательно делать ее искусно, там не то, что прям танком, блядь, синяя там нахуй футболка, иди отсюда, пидор, блядь, синяя футболка, красная штука. То есть так тоже не надо, как бы, делать это все с юмором, ты стоишь, все описываешь, там что-то говоришь, тра-ля-ля, желательно с юмором, как ты спрашивал, как ты говорил, да, вот, чтобы было интересно, чтобы вас было интересно слушать, там что-то стойте, там прикалывайтесь, рассказывайте, вот, слушай, там, там какая-то вот, блядь, там пляж, я вот недавно ездил, там, ну что-то расскажите, как я ездил, там, вот со мной такая история была, там, классная, потом раз-раз снова, там, а у тебя вот там джинсы синие, кстати, я вот не люблю синий цвет, ученые выяснили, что кто много носит синего цвета, они плохо спят по ночам. Слышал вообще такую штуку? Почти. Ну что, кто много, слышал? Как ты слышал, я только что ее, блядь, придумал. Это вопрос в том, что у меня вот фишка была в горлуме, часто я как бы добавлял, что как бы вот ученые выяснили, что вот это, блядь. Ну то есть никто там не будет проверять, кто что выяснил, блядь. Она еще охуеет, она даже спорить не будет, блядь. Ты там приводишь какие-то факты, блядь. Я еще, ну, шел, допустим, о, блядь, кроссовки Nike. Ты слушай, ты в курсе, что вот Nike сейчас сворачивает свою деятельность, если тебе вот там, ну, грубо говоря, интересно, ну, надо докупить там еще несколько пар, потому что вот и все. Она говорит, бля, нихуя не знала, блядь. Я потому что только что это придумал, кто это, я сам этого не знал, блядь. Даже сам, блядь, я что, гаражу порой, так, блядь, сам охуеваю над собой, блядь. А он даже слышал, что кто, блядь, кто много носит синего цвета, блядь, это заебись, я тебя поймал, блядь. Они, кстати, так же и ловятся, блядь.